привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 12 июня. Я хочу поздравить вас всех с праздником России. Этот праздник хоть и новый, и не все еще к нему привыкли. Я вот тоже... Это, конечно, не Новый год, но для нас, для россиян, это очень такой важный праздник, потому что все, наверное, видели у меня. У меня почти вся одежда с символикой России. Я постоянно напоминаю о том, что я гражданка России, я россиянка, я горжусь своей страной. И пусть не все у нас так, как хотелось бы нам. Но я вот так сегодня утром встала рано-рано и думала, что Россия – это огромная страна. И она вот похожа тоже на большой такой огород. Вот как я вам говорила, что у меня огород разделен на секции, на сектора. Где-то сильно я навожу порядок в теплице. Там чуть от теплицы подальше, там средина наполовину. Ну а в закоулках там выращиваю все по принципу, посадил и забыл. У нас также в стране, у нас вот в Москве, например, в центре, конечно, там все вылизано, там чистота и порядок, там жить проще, все. Чуть отъедешь от Москвы, срединка наполовинку. Ну а мы живем по принципу, посадил и забыл. Нас вот когда-то еще здесь посадили, наших предков, привезли в Сибирь, посадили, мы так тут и живем. Конечно, у нас и условия похуже, и все еще ходят и в туалет на улицу, и нет газа, нет воды в доме. Но мы все равно, это не мешает нам быть счастливыми. И здесь можно жить, в любой стране. И вот я не люблю комментарии, когда пишут, например, какие-то как негативные. Все у нас плохо, все развал, жить невозможно, все это. Ведь это зависит от того, что у нас внутри, от того, как мы воспринимаем жизнь. Я вот сейчас вышла, посмотрите, какое голубое небо, какая красота в России, птички поют, все прекрасно. И если вы сами человек наполненный, самодостаточный, то и мир вокруг вас вам кажется прекрасным. Да, мы живем вот в самой глухой провинции, где нет и плохого снабжения, и все. Но это не мешает, я могу вам сказать со 100% гарантией, что я человек счастливый, и вы видите, как я воспринимаю мир, как я ощущаю себя. Вокруг меня все хорошо. И вот я предлагаю, чем хаять, например, Россию и руководство, и все вообще, всех других людей, кому-то завидовать. Давайте начнем, наведем порядок у себя, в себе. Учите своих детей, учитесь сами. Если каждый будет трудолюбивым, упорным, честным, порядочным, то и страна наша будет тоже такая же. Давайте наводить порядок в своих огородах, и тогда наш огромный вот этот огород под названием Россия, с заросшими там, с забытыми закоулками, с глухими местами, он тоже будет и богаче, и сильнее, и лучше. Поздравляю всех с праздником, птички присоединяются ко мне. Посмотрите на голубое небо, жизнь прекрасна, особенно в нашей стране. Наша страна с огромным потенциалом. Горжусь ей, люблю ее, желаю всем счастья. И иногда действительно нужно жить так, что если не можешь изменить ситуацию вокруг себя, измени отношение к себе. Вот если живем мы в глухой провинции, здесь тоже можно жить. С праздником!